2002 вот вышла такая статья 8-12. Болезнь погибшего в ДТП с Ефремовым курьера могла повлиять на вождение. Александр Лисица. Так, что ж пишет? Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин указал на то, что судебная экспертиза не исследовала влияние заболевания мозга курьера Сергея Захарова на его возможность управлять машиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст кассационной жалобы. Известно, что судебно-медицинская экспертиза тела Захарова выявила новообразование в головном мозге погибшего. Ни при проведении экспертизы, ни при допросе эксперта не установлено, как данные новообразования головного мозга могли повлиять на возможность Захарова управлять автомобилем, своевременно реагировать на дорожную обстановку и принимать необходимые меры к безопасному вождению, говорится в тексте. Кроме того, экспертиза не установила, принимал ли Захаров какие-либо препараты, способные влиять на возможность безопасного управления машиной. Вот, это на этом статья все. Это очень интересная вообще.